церковном лексиконе, в словоупотреблении верующих, нередко можно услышать слова «предпразднство», «попразднство», «отдание праздника», «сочельник» и другие слова, которые имеют отношение к церковному календарю, церковной службе, но не все люди хорошо понимают и представляют себе их значение. Дело в том, что любое церковное событие, любой церковный праздник – это не какой-то одномоментный случай, не какая-то секундная вспышка в духовной жизни верующих, а это длительно разворачивающееся состояние. Поскольку мы живем во времени, мы медленно входим в состояние праздника, наша душа не сразу раскрывается навстречу этому церковному событию. И не мгновенно может это событие пережить, не мгновенно может от него отключиться. И поэтому любое значительное церковное событие, любой церковный праздник, он имеет протяженность во времени. И эта протяженность как раз и обозначена вот такими словами. Предпразднство, праздник, попразднство. Отдание праздника. Вот отдание праздника – это последний день, в котором воспоминание праздника еще присутствует в церковном богослужении. А весь период от дней, предшествующих празднику, предпразднества, самого праздника и попразднества, они отмечены на богослужениях присутствием тропарей, кандаков, стихир, других молитв, относящихся к событию именно этого праздника. И мы можем знать, что этот праздник, наряду с другими событиями церковной жизни, до сих пор еще переживается и богослужебно, и молитвенно, и в духовном состоянии верующих. Ну, какие бывают у нас предпразднества и попразднества? Их величина и протяженность зависит, конечно, от масштаба и значимости праздника. И самый большой праздник в праздник, торжество из торжеств, это Пасха. И длительность празднования Пасхи после этого праздника, она длится 39 дней. И отдание Пасхи накануне праздника Вознесения. Это самое длинное переживание праздника. В это время, в течение всех 39 дней, поются пасхальные песнопения, а воскресные службы, они с очень широко развернутым пасхальным содержанием служатся. В других праздниках их не так масштабно. Вот, например, в празднике Преображения, который мы недавно праздновали, попразднство длится 8 дней, но тоже больше недели, до кануна праздника Успения Пресвятой Богородицы. И все пред- и попразднства длятся примерно от 2-3 дней до недели, и самые длинные предпразднества – это, скажем, у не большого праздника, или 20-й, но не великий, не праздника в праздник, это у праздника Крещения Господне длится от Рождества до Крещения Святки, это 13 дней. Вот в это время идет как бы переживание еще Рождества Христова, и уже при уготовлении к следующему церковному празднику, празднику Богоявления Крещения Господне. Вот это вот нахождение в состоянии праздника, оно и отмечается этими словами: предпразднство, праздник, попразднство, отдание праздника. Такой мудрый у нас церковный календарь, он дает возможность человеку, живущему во времени, прикоснуться к важным событиям жизни вечной.